Приветствую вас. Начать свой ответ я бы хотел с того, чтобы спросить, какой помощи от психологов хотите вы? Какой помощи вы хотите сами? Потому что не очень понятно. Пока. Какой именно помощи хотите вы расставить все точки над «и», мы вам вряд ли поможем. Ну, потому что все-таки, понимаете, мы помогаем людям, то есть можем помочь вам, например. Мы можем помочь, ну, значит, мужчине, если у него есть какие-то проблемы. Вот. Но мы не можем расставить все точки над «и» за вас. Это невозможно. Поэтому что вы хотите от психолога? Это первый и самый важный момент. Потому что если вы не знаете сами, чего хотите от психологов, то мы вам не поможем никак. Это нереально. Абсолютно. Вот. Это первое. Второе. Значит, я 3 года не могу понять, хочет ли человек быть со мной. Ну, если вы 3 года не можете понять, значит, человек с вами быть не хочет. Мужчине, как правило, нужно, ну, гораздо меньше времени для того, чтобы понять, хочет он быть женщиной или нет. И если мужчина до сих пор этого, ну, не дал вам понять, вот, значит, он не хочет с вами быть. И вы это знаете. Вы знаете, что он с вами быть не хочет. Но не желаете этого признавать. Вопрос заключается в том, почему. Вот понимаете, да, какая штука. Как бы вы не признаете того факта, что мужчина с вами быть не хочет. И не признаете этого факта упорно. Очень упорно. И у меня к вам вопрос. Почему? Откуда такое упорство? Понимаете? С чем оно связано? С чем оно вызвано? Какую цель преследуете вы, не желая принимать тот факт, что мужчина с вами быть не хочет? Вы говорите, я 3 года не могу понять. Не можете или не хотите? Согласитесь, ну, довольно справедливый вопрос. Согласитесь, пожалуйста, ну, с этим. Вот. Просто я хотел бы, чтобы вы согласились. Ну, или хотя бы, вот, даже можете не соглашаться, в принципе, с этим, но хотя бы подумать, ваша позиция, она в чем здесь, ваша позиция, она какая здесь? Понимаете, в чем дело?
Вот это важно. Вы 3 года потратили на человека, который сам не знает, чего он хочет. Не принимает свои желания, либо боится своих желаний. Ну, может быть, что-то еще. Да не важно. Как понимаете, это все не важно, по большому счету. Человек либо с вами, либо без вас. Все. Больше нет никаких, нету никаких тут больше, ну, тонкостей. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вам самой это нужно. Вопрос в том, что вам самой необходимо, чтобы мужчина был с вами. Ну, вероятно. И вот это уже куда более серьезный момент. Понимаете? Вот и вот об этом я и хотел бы, чтобы вы подумали как следует. Именно об этом. Для чего? Зачем вы так долго находитесь в этих отношениях? Подумайте. Подумайте, и я уверен, что многие вещи, многие моменты для вас станут, ну, более понятными. То есть это не ответственность мужчины на самом деле. Понимаете? Это ваша ответственность, скорее, за то, что вы позволили себе находиться в этих отношениях. Так вот. Вот позволили себе находиться в них. Значит, это вам для чего-то нужно. Вот и нужно подумать, для чего. Зачем. Понимаете? Далее, значит, так, ну и то, что мужчина ведет себя так, как будто я ему не нужен. Но это у него проблема у мужчины. У него есть проблемы с принятием себя и с принятием своих, ну, ценностей, своих желаний, своих чувств. И есть проблемы с проявлением этих чувств. То есть мужчина в некоторой степени, он зажимает себя. Постоянно зажимается. И вопрос здесь только в том, что вы, сами на это как бы соглашаетесь. Вот. Вопрос, конечно, интересный, зачем? То есть вам нужно думать не о нем, да, не о нем, не о его цель, ну, не о его ценностях, не о его целях, не о его мотивах и так далее, а именно о себе. Что я делаю с этим мужчиной? Почему я хочу понять, как он ко мне относится, когда мужчина сам может дать вам понять это. Или не давать понять, как вот в случае с вашим человеком. Понимаете? Кто определяет, почему контроля нет? Почему контроля нет именно с вашей стороны? Почему нету управления своей жизнью именно с вашей субъективной стороны? А вы как бы ставите себя в зависимость от человека. Зачем? Зачем вы это делаете? Согласитесь. Тоже очень важный момент.
Надеюсь, вы понимаете. Да? Хорошо. 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 На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.